Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здравый люд. Сегодня с вами вновь террорист, и мы находимся в игре GTA 5. Сегодня мы работаем по плану перехвату, и я вам покажу, как быстро заработать денег в этой игре. Вот мы находимся на этом задании. Почему я выбрал это задание? Здесь можно поработать крупнокалиберным оружием. И я вам сейчас это докажу. Итак, поехали! Смеркалось. На город наваливались тучи, звездочки на небе горели, пьяные нехры сидели внизу, а мы с вами чуть не попали под автомобиль какого-то человека. Сам такой, бля, козел, ну-ка я тебя сейчас, бля. И ехали дальше, мимо ночного клуба и колючей проволоки. Нас ждало задание. Мы чистили город от разных там досей порошков. Итак, мы на точке с вами, уважаемые друзья. И сейчас мы достаем самый, такой, скажем, чистильный прибор. Гранатомет. Вот два человека нехороших стоят слева от нас. Мы, в принципе, мы можем их как бы зачистить, а потом уже будем это. Хотя хочется сразу в толпу, но не надо в толпу, потому что вот эти двое ближних могут вас быстренько расстрелять. Поэтому ближние цели убираем, а потом дальние. Итак, опять же, ставьте машину вот так. Ох, прекрасно нравится мне эта пушечка! Здорово она все-таки работает. А вот теперь чистим из автоматика все это дело. Видите, слева у нас бублики красненькие. Вот эти бублики красненькие, они и есть наши нехорошие парни, которых надо немножечко это. Вот, но вы тоже не высовывайтесь из-за машинки, чтобы у вас пульки эти не задели. Поэтому будьте аккуратны. Не забывайте перезаряжаться. И лучшая защита – это нападение, не забывайте. Если вы уверены на 100%, в принципе, можно и передвигаться к цели. Например, за остров, обгоревший слева или справа. Вот, но сейчас мы это делать не будем. Потому что у нас есть все шансы отсюда всех этих негодяев перестрелять. Итак, у нас осталось 3 бублика. Сейчас мы их погасим. Почему я не работаю дальше, так скажем, крупным оружием? Потому что сгорит этот пакетик под названием Дося, порошок. И, ну, и миссия будет провалена. Вот так, что, уважаемые друзья. Так что, как бы не хотелось сразу все зачистить такими ракетами, это делать не стоит. На нашей карте последний бублик, он самый... А нет, смотрите, есть еще там. Мне показалось, что он такой самый толстый. Оказалось, там их 2. Сейчас мы поиграем в разведывательное подразделение. Будем обходить этих негодяев сбоку. Итак, вот и наша цель! Все! Цель зачищена. Остался кто-то где-то даже. Вот смотрите, у нас даже бублик не горит. Вот он! Он за машиной просто. Огнем мы ему не дали даже высунуться из этого автомобиля, но будьте аккуратны, чтобы машинка не взорвалась. Он ругается нехорошими словами, но понятно, если бы у вас летели столько свинцовых пуль, я думаю, вы бы и не так выругались. Итак, это последний выстрел был. Теперь мы быстренько берем этот пакетик. Так, все у нас на мази. Пакетик взяли.
А теперь едет подмога, которую вот здесь мы повеселимся, да. К сожалению, была задета наша машина, но ничего страшного, этим можно пожертвовать. Мы себе найдем новую. Сейчас ребятки подмогу вызвали и остались там навечно. А вот это транспортное средство очень неплохое. Перевозить пакетики. Извини, парнишка. Ну, так бывает в жизни. Я ничего не хотел. Против тебя я не имею. И мы вот на такой колоссальной скорости едем с вами отдавать только на зеленый свет. Соблюдайте правила дорожного движения. Это очень важно. Не только в игре, но и в жизни. Здесь я не шучу. Посмотрите, какое... Ну, это маленькая Феррари. Она просто в детстве болела. И вот у нее самая крутая фишка. Это сиденье из зебры. Пошел сам нахрен. Я на Феррари на маленьком еду. И мы, видите, как быстро доехали. О, вы даже глазом не моргнули. А мы уже на маленькой Феррари. Она называется Зебра. Приехали к этому чуваку. Слышь ты, толстун, что у тебя? Вот тебе твое говно дося, забирай. Делай себе это, как его. Ну, короче, лекарство. Ну все, покеда. Итак, уважаемые друзья, миссия пройдена. Видите, сколько по времени это произошло. И мы получаем 9450 зеленых тугриков. А я желаю вам удачи. Самое главное, не нарушайте закон. Будьте послушными гражданами. С вами был Феррорист. Всем пока и удачи!